Это небольшое видео о том, как я снимаю краску со стен. Я пробовал несколько вариантов. Пробовал отбойником, но штукатурка здесь слабая, и он углубляется, то есть краску легонько снимать отбойником не получается. То есть я просто перекладывал отбойник, и он бил. То есть даже с небольшими усилиями зубило залетало. То есть оставляют вот такие насечки. Стамеской снимал, отверткой. Ну, для меня самый действенный вариант — это такой шпатель с зубчиками. Но он используется на ледяных полах. И за все время работы с ним у меня осталось штук 10 зубчиков всего. Но он корябает стенку, и краска легко снимается. Я уже показывал. В общем, вот таким способом я снимаю краску. Ну и напоследок, где краска вообще плохо снимается, молотком или топором надо ее, то есть отбивать. И для чего я заморачиваюсь с краской? Я хочу заштукатурить, выровнять стены цементом песчаным раствором. И на, как вы понимаете, на масляную краску она не сядет, отвалится эта штукатурка. Даже, я думаю, даже бетон контакт, если бы эта краска хорошо сидела в ванной и бетонным контактом намазать, то из-за большой влажности все это бы отошло. Но вот в коридоре я, как и в ролике бетоноконтакт, нанесу сюда эту грунтовку и просто выровняю стену гипсовой штукатуркой. Здесь я заморачиваться не буду, я так поскреб, вроде краска сидит хорошо, но я еще так пройдусь шпателем. Здесь как чуть-чуть начал, вроде как что-то отходит. Ну, в общем, такой опыт по демонтажу масляной краски со стен. На кухне я вчера долбил, этот участок выдолбил масляной краской. Здесь топор, наверное, принесу. Еще и топором, наверное, чуть-чуть поруба, краску отдерну. Что могу, что получится, я ее удалю. Здесь также, думаю, гипсовой штукатуркой выровнять стены, поклеить обои и фартук на плитку. Фартук сделать из плитки керамической.